В Фурманском районе активно процветает культурная жизнь, все чаще принимая гостей на разных сценических площадках города. Так, 28 октября в Большом зале Центрального дворца культуры прошел удивительный концерт под названием «Краски осени», который для зрителей стал настоящим открытием. Со своей творческой программой к нам приехал клуб спортивных бальных танцев, а также их неизменный солист Роман Волков из города Волгореченск. Если говорить об этом коллективе, то здесь занимаются совсем маленькие артисты. Самому младшему 9 лет, а старшему 14. С юного возраста руководитель клуба Татьяна Смирнова учит ребят грации и красоте с помощью простых вещей – танца. Ведь через него можно дотянуться до самых потаенных чувств. Так ребята завораживали жителей Фурманова прекрасным вальсом. Ну, наш клуб достаточно молодой. У нас 3 группы – младшая, средняя, старшая. Мы вот 2 года мы уже гастролируем по Ивановской и Костромской области. Ну вот создали свою программу и хотим сегодня на вашей сцене показать. Солист Волгореченского дома культуры Роман Волков на протяжении всей концертной программы исполнял известные и давно полюбившиеся песни, а юные танцоры профессионально и с любовью к делу представляли хореографические постановки по отрывкам из культовых фильмов, таких как «Кавказская пленница», «Смуглянка», «Служебный роман», «Мой ласковый и нежный зверь», «Гардемарины» и другие. Таким образом, для зрителей артисты создали настоящую сказку, полную красоты и элегантности. Что планируете получить от зрителя? Как всегда, максимум общения, положительные эмоции. Будем петь вместе со зрителями песни. Значит, есть у нас интерактивные программы. Поэтому мы хотим принести зрителям, значит, подарить хорошие эмоции, принести хорошее впечатление и также получить в ответ такой заряд вот этих вот чувств и положительных эмоций. Ну, у меня ощущение, конечно, волнительно, но не так уже сильно, потому что выступаем уже довольно много и уже не такой сильный мандраж. Вот. Ну, конечно, волнительно, предвкушение, что будет. Вот. От зрителя планируем получить радость, эмоции, ну, веселье, чтобы мы им понравились. Мы будем стараться для них. Все для зрителя. Волшебная праздничная программа подарила каждому зрителю невероятные эмоции. Действительно, в холодные дни жаркие бальные танцы и потрясающий вокал стали поводом для улыбок, нежных чувств и хорошего настроения. Виктория Семенова, Виталий Узгринько, телеканал Фурманов ТВ.